В этот день, ровно 6 лет назад, в Березниках прошел первый фестиваль робототехники. На первом робофесте царила атмосфера триумфа технологий и азарта. А в соревнованиях поучаствовали 28 маленьких инженеров-проектировщиков. Эти ребята уверены, человечество стоит на пороге больших технических перемен. И кто знает, может быть, именно наши школьники войдут в историю робототехники. В этот же день, в 2018-м, на базе Березняковского политехнического техникума проходила выставка научно-технического творчества молодежи «Берполитех». Студенты профессиональных учебных заведений со всего Пермского края представляли свои изобретения. Всего же в этом году на конкурс было заявлено около 60 работ от участников из Перми, Березняков, Соликамска, Чусового и Кизела. Однако в финал прошли только 10 лучших, которые студентам предстояло еще и защитить перед строгим жюри. Кстати, главный приз – денежный сертификат тогда забрали третьекурсники из нашего Березняковского политеха. А ровно год назад в этот день мы раскрыли главную педагогическую интригу. 27 апреля во Дворце детского и юношеского творчества состоялось награждение участников краевого конкурса «Учитель года». 11 березняковских педагогов заявились на конкурс, а 5 из них стали финалистами. Все педагоги подошли к решению задач креативно и с огромной самоотдачей.